Как помешать работе, если ты морж? Почему не стоит терять концентрацию при охоте? И каким образом можно стать популярным, делая селфи? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Испугал. Пробурили лунку, чтобы измерить осадок ила, но планам помешал нежданный гость. Ямальские вахтовики не смогли сделать свою работу из-за выплывшего моржа. Животное вынырнуло из лунки и несколько раз попыталось выползти на лед. Людей оно не боялось и всячески привлекало к себе внимание. Людям же пришлось ждать, пока морж удовлетворит свои желания и даст им нормально поработать. Этот сноубордист, видимо, даже не предполагал, чем может закончиться его спуск с горы. Мужчина заснял на камеру сход лавины, которую сам же и спровоцировал. Обошлось без трагических последствий для спортсмена. Жажда жизни позволила мангусту перехитрить 4 львят в кенийском заповеднике. Маленький каскадер убегал, давал отпор и в конце концов скрылся в норе. В итоге неопытные охотники довольствовались ничем и даже не поняли, что произошло. Пингвины из Антарктиды стали новыми героями интернета. Они случайно обнаружили камеру и также случайно ее перевернули. По всей видимости, птицы оказались современными. Они разглядывали технику, условно позируя для видеоселфи. По мнению ученых, такие проявления интереса к технике со стороны пингвинов не редкость, так как они чрезвычайно любопытны. Лина Зинатульна, вызов 112.